Подожди-ка, я включу тут свет. Которую мне показали, там ничего не получилось. Мне надо точно такая же, как здесь была. Я по словам видели, там что они придумали. На обратной стороне Корана вот эту да. Показал, они посчитали за рекламу или книга там так это система так показала. Ни слова не говоря, дай денег. Это вообще непонятно. Это автоматическая система. Ну а деньги-то не автоматически просят, а по-настоящему. Ну оно исчезнет потом, пройдет это. А сколько, насколько они это заблокировали-то? Ну они немного, вроде дня два или три. А я без... Немного там, да. Ну они просят... Смотрите, Игнатий Тихонович, я вам прислал тут... Я посмотреть надо, или зайдет. Вот то, что я вам прислал... Да нет, вот зайдите по тому, по той ссылке, которую я вам прислал. Я туда зашел и дальше не знаю, что нажимать-то где. Появится картинка, стоит на одном месте, а меня видно только одну фуражку. И их не остановить, не поговорить, ни один. Так... Ни один мне слова даже не ответил. Надо просто камеру опустить. Да, ну хорошо, но... Надо лицо просто поставить чуть-чуть выше середины. Мне выше видно, тогда аппарат видно. Я записываю. Мне нельзя ни грамма опускать. А раз видно, значит у меня ничего нет. Так, сейчас тогда другую ссылку дам. Вот надо найти мне сейчас такое, другую ссылку это все там, ну, замыкают прям сразу. Зашел, я спрашиваю, вам меня видно, слышно? Они-то меня видят. Ни один не ответил ни одного слова. Руками вот так машет и все. Вот чего не ожидал, то не ожидал. Все время им показывал Коран, и никогда не было этого. Надо себе показывать, надо быстро, чтобы не успели снять, или как? Да это просто уж вы так часто показываете, это вероятность очень маленькая. И как фотография? Вот, зайдите, я вам ссылку сбросил. Так а я сейчас вам кинул ролик-то, вы его посмотрели? Он не запускается. Не запускается? А, сейчас. Ну он записывался, все, нашел сейчас, я. Может он и записался. Коротенький. А нам не выкинул вот эту, что там видно, Коран. Так. Открылось? Я вижу. Да, вижу. Вот что нам не выкинуло. 720. Картинку выкинула и сразу деньги дай. Сейчас же запустим опять тебя. То есть 720 часов. На сколько, на 20 часов? 720 часов. 720 часов заблокировано? Да. 700. Так это... Да ничего страшного. Это больше 10 дней. Я вам сейчас... Я 20 дней, получается, да, где-то? Ну, где-то 15, что ли, 16. Ужас какой. Игнатий Тихонович, я вам ссылку скинул, посмотрите в чат другую. А он уже более похожий на тот, который... Сюда, зайти ко мне и сделать это. Так вы сами сейчас смотрите. Нажмите на ссылку. Так подожди. Я в чат, зайдите в чат. Я раз вас вижу, так мне как, я закрыть должен зайти? Нет, в чат зайдите, в чат. Ну ладно, я сейчас... Так, подожди, в чат. Со мной в чат. В чат вот со мной. Я нажал чат, еще дальше ты не... Тут умел сейчас картинка и все. А где тут нажимать? Вот сейчас конкретно. Так, ладно. У вас сейчас ничего не закачивает? Закачивается. Только включил. Тогда сейчас. Смысла нету, я не. Только тогда мне я просто все равно я никак. Сейчас выключу ее, вырублю и все. Сейчас. Да ладно, не. Да лучше зайдите в вы откройте чат. Скайповский чат со мной, который мы друг другу переписываемся, вот это откройте. А как я открою-то? Она меня еще там не пускает. Вот я сейчас должен что, закрыть, что мы разговариваем, этот канальчик-то? Нет, смотрите, видите, где сердечко справа, снизу, справа? Ну-ну. Около него есть, около него есть такое, как вот, левее, через одну, есть такой, как квадратик, написано «Открыть беседу». Написано? Не квадратик, а такое, как... Да. Там выскакивают какие-то, на сердце, если провожу, она там, руки там все эти,
Нет, вот левее через одну значок, через один значок Ну-ну, левее. открыть беседу. Вот. Нажал. Это и оно. Ну, еще. Вот. И вот видите последнюю ссылку, которую я скинул, последнюю. Ну, написано, молитва в общей, через 24 минуты зайду. Я отвечаю, хорошо. Нет, ниже, ниже. А ниже Ниже, там, ниже. ниже, ну что там, нажать на нее? Вот это вот самый низ, который я прислал. Видеорулет 24 там написано. Да, нажать на нее? Да, нажмите на нее. Нажал. Еще. Вот, смотрите, видите, вышло. Да. Разрешить что-нибудь выскочило сверху, слева там. Разрешить. Блокировать, разрешить, что-то такое Да, написано. разрешить блокировать выскочило. Разрешить. Разрешить. Открыто две вкладки. Мне нужно сделать закладку, чтобы была вторая. Та осталась, и новую сделать. Закладку. Потому что я же выхожу из этой системы-то. И через 5 минут я опять буду стучаться к вам. А Сергей-то, видно, отдыхает после ночи. Он в прошлый раз мне как-то сделал так, две закладки. Одна, вот эти 2 недели у меня была, а потом я перешел обратно на прежнюю. Так, кажется, мне помнится. Да. Так, ну вы сейчас себя увидели там? Нет, не увидел. Она. Да, мне надо там закрыть все, что как закачивается-то. Нет, там просто пока мы разговариваем, камера занята, и он не может камеру в две пускать. Это потом появится. Ну сейчас, а как я могу ее выключить-то, которая закачку-то? Я согласен, чтобы Нет. пропал. Да не надо ее выключать пока. Смотрите, у вас сверху есть адресная строка. Вот там, где написано видео рулет 24.ru. Да-да, еще туда вставлять? Сверху, видите? Да. Нет. И вот по этой же линии в самый правый край введите, и там должно быть этот, как звездочка такая. Добавить страницу в закладке. Отправить. Добавить страничку в закладку. Да, сердечко такое. Вот, нажмите. Добавить рядом с коричневой. Ее нажать? Да. Видите, Добавить. сердечко, нажал. И что? Что-нибудь написалось там еще? Ну, опять написалось. Оно что-то под этой фотографией вашей тут. Там что-то написалось, А но вы я. мою извиньте фотографию. Сдвинуть вашу фотографию. Так, вот, Да, да, сдвинул. да. А там написано чат-рулетка 24, видеочат. Рекомендуемые узлы. Готово написано внизу. Да, посмотрите, у вас появилось на панели это, нет? Ничего тут не появилось. Открыто две вкладки commit, обновить. Открыто две вкладки написано. Ничего нету Так, больше. ладно. То старое осталось, а там разрешить и блокировать. Так, ладно, тогда сейчас сделаем по-другому. Тогда, TeamViewer, Игнатий Тихонович, зайдите в TeamViewer. У Сейчас. вас сейчас. TeamViewer. Так, подожди. А то мне надо не. У меня он убран с этой. Да, вы просто прикройте это все. Так, подожди. Тут прикрыть-то прикрыть. Но у меня. Он стоял здесь, его я не вижу где. Теперь надо идти туда, в эти. А почему его не стало на здесь у меня в закладках? Там вьюер. Потому что перестали им пользоваться. И, видимо, тут Да. программист был и убрал его. Но у меня в закладках где-то есть. Зайти туда. Я могу зайти. Зайдите, откройте, Ну, чтобы я просто зашел и сейчас сделал вам. закрою. Так, программа. Time viewer. Ну-ну-ну-ну-ну. Компьютер. Facebook. Ever. Программа с экрана. Сейчас. Программа. Вот он, там Юр, я нашел. Я его сейчас вынесу сюда. Так, подожди-ка, что-то не пошел он. Не идет не это. Хочу с него сделать этот.
копию сюда вытащить. Да я сделаю, вы главное запустите. Сейчас запущу. Я на него навожу, а она сразу песочницу вставляет. Вот, нажал. Ага. Вот. Все, запустилось? Запустилось. Там написано ваш ID посередине. И номер можете продиктовать? Вот ID нету ничего, номер. Черточка стоит только. Черточка. Черточка? Да. А внизу, которая, там цифра. Я не знаю, у меня все работает. Нет, Нет подключения. посередине разрешение. Все серверы, там юер написано. Нет подключения. К серверу там юер нету. Почему? Интересно. Ничего не написано. Как Дальше. так? Проверьте подключение к интернету. Скорее всего, вы используете прокси-сервер. Ну, пожалуйста. Ожидание. Сейчас заменили. Если вы ожидаете сеанса, сообщите своему партнеру следующий ID и пароль. А какую Вот сделать? ID, вот это Нет. ID, следующий ID, и там номер должен быть. Она опять закрыла его. Закрыть? Да. Перерыв, который тут закрыла. Она не убирает его. Там написано внизу повтор, отмена, настройки, прости. Ну, вот такая Повтор. Вот. Что сделать-то? Нажать на счет отмена? Повтор, повтор, повтор. Повтор, повтор, вопрос. 6, 5. Что-то она начала вниз считать, подождать надо маленько. А, все, ладно, тогда так не получится. Пока сверните, TeamViewer, сверните. Опять в скайп зайдите. Опять в скайп. Так, подожди. Да. Опять в скайп. Вот так. Там, где сердечко, левее демонстрацию экрана. Левее сердечко. Да, сейчас я это сделаю. Так, повтор. Сердечко. Вот, это не идет у меня тут так. А вот она где. Демонстрация экрана, да? Да, да, да. Нажал. И начать демонстрацию. Нажать? Да. Нажал. Вот. Вот то, Так, что. сейчас мне появится. Я об этом и не подумал, включил. То у меня заказчики-то не было. Я ее включил минут 20 назад. Оп, вышло вот это, от TeamViewer'а была, которая настройка, проси, повтор, отмена, опять это посередке. Отмена, отмена, сделайте. Все, Отмена. убрал. Так, вот TeamViewer нажми. Отмена, отмена. Так, все отменил. Угу. Опять вот снизу зайдите в TeamViewer, снизу видите он, значок. Да, вижу. Дальше еще назвать TeamViewer. Да, да, да. Точно так же. Я внизу вот это пароль есть, а вверху ID нету. Так. Так, так, так. Удаленная Сейчас, поддержка. Я уже всем сообщить. Вот там написано удаленная поддержка, точка. А вот смотрите. Видимо. Слева сверху есть подключение написано. Сверху, так, подключение, да, нажать? Нажмите, да. Нажал, дальше, пригласить партнера, выйти из TeamViewer'а. Вот два. Так, пригласить партнера. Нажал, да. Еще Маша, не выбран почтовый клиент, по умолчанию или текущий клиент не может выполнить. Так, все, окей. Окей. Да, окей. Что-то не подключается, ну ладно. Нет, что-то непонятно. Так, сейчас закройте. Накручивает что-то, подождите. По-моему, на Mail.ru она потянула. Сейчас что-то бежит красная линия. Ничего, на мой адрес вышло. Да, 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 я вижу, вижу. Ну еще. Этот, да. закройте. Закроем ее. И закрыть всю эту страницу? Да, и всю эту. Нет. Да, да, да. Ну вот так. Ну вот, все, сейчас смотрите. Заходите, видите, чат-рулетка вон слева.
Вот это да. Да, ну, сейчас рулетка. Ну, куда тут заходить? Давить на что-то? 24 Не-не-не, запрашивает вот. разрешение. Разрешить. Это заходить, значит? Разрешить, да. Разрешить, Я да. нажал разрешить. Принять и включить геолокацию, вот. Так, открыть позже. Принять и включить Да, вот это, вот да. эту. Нажать. Нажал. По-русски ничего тут не пишут. Видимо, рассчитана рулетка на иностранцев. Как мне толку там нет никакого. Нет, по-русски это русский. Вчера мне зашел Это один русский. серб, Игорь звать, учится в семинарии, долго поговорили, по-хорошему. В Белграде я его направил в библиотеку, я говорю, там книги мои есть. Целый час говорили. Так, а принять геолокацию вы нажали? Принять, вот включить. Ну-то я-то Да, нажмите. нажимал. А сейчас тут написано А ну то. принять и включить геолокацию. Нажать? Да, нажмите. Да. Нажал. Так, спросить позже тогда нажмите что-то. А внизу написано обновить. Нет, Открыто. спросить позже, видите? Да. Правее спросить позже. Нажать на нее, да? Нажмите. Да. Опять вылезло на то же самое. Так, вот это делайте закрыть. Ну, крестик, вот эту штуку. Открыто две вкладки Comet. Так, вот которая внизу крестик или вверху? Внизу? Посередке круглая такая. Вверху. Вот Вверху это правее чуть-чуть. синий, вот это вверху в самом, в крайнем углу. Да. Вверху Да, в крайний крестик нажать. я вижу, да, все Нажал. правильно. Вот теперь что-то видно. Две строки, два таких экрана. Вот Мне смотрите, нужно так же, как было, теперь. а? Оно почти так же, как будет, почти так же. Смотрите, теперь сверху, видите, сердечко. Сверху А, сердечко. А где? где вы нажимали сердечко сверху, помните? Не помню. Вот Вверху адресная сердечко. строка, да. Да-да. А, вон где, Да, адресная справа. строка. Нажимать, да? Меня заблокировал сейчас рулетку. За то, что я Вот. Коран показал. Не, Вверху нажать? сердечко. Красная, да? Нажал. Да. Так, Вроде подошел. Вон сейчас как. вылезет. Сейчас вылезет. А тогда вот так же было. Сергей меня завел. А потом через какое время-то прошло. Я опять туда вернулся. Они уже сняли. Видите, я денег-то не даю им. И главное, за что Конечно. привязались? Так. Коран написано с той стороны по-арабски. Я вроде мусульманство. Это машина, не ли человек же. Им разницы нет, что написано. Так что и Библию показать нельзя. Так, смотрите, справа есть такие как две стрелки направо. В самую правую вот, мышкой сверху справа задвиньте. Подожди. Две стрелки нету, есть одна около этого сердечка. Не, это вот еще правее. А еще проверь, тут нет больше. Нету стрелок. Есть, вон. Ну а где Вот, стрелка? ниже. А, вот она, А вот. вот внизу Вот в ниже самом. чуть-чуть. Ну, нажать, да? Да. Нажмите, да. Нажал. Так, правой Яндекс.Переводчик, кнопкой нажмите словарь. правую. Правой нажмите кнопкой на нее. Правой нажал. Полезная информация. Может, Так, нет. еще раз нажать надо? Еще раз попробуйте. Володя, сядь сюда, посиди за меня. Да нет, я. Ему мучение со мной. А что мучение? В, Воло, в, не, да нет, нет. Володь, а ты знаешь, как в закладки добавлять у вас? Да. Мне закладка вот эта Вот нужна. этот. И ту не уничтожать. Вот здесь вот во второй, вот, Вот эту видите, закладку. рулетка. Вторую рядом поставить. Вот в закладку это надо добавить. Ну вот сердечко же обычно добавляется. Ну вот, я нажал, он нажал сердечко, но тут что-то на панель-то не выходит. В эту строку, вот она где. Или внизу. Я не знаю, куда лучше-то. Можно внизу. Даже мне бы было Белый лучше. квадрат выходит какой-то. Не торопись, Володя, иначе не вернется тут назад.
Если может, она протянуть не может, из-за этого не вылазит от слова готового. Да в принципе не, он же вот открылся. Он так не должен. Потому что у меня чуть-чуть другая система. А вот этот что крутится постоянно? У меня закачивается. А это потому, что мы камеру используем в скайпе. Он не может его увидеть. Ну, у него еще говорит, загрузка Игнатьевна же, говорит, идет. Может, из-за этого. Загрузка это на день на целый гигабайт. Я могу все это там закрыть и все. Это и загрузка, плюс скайп использует камеру. Ну. Он не может два раза. По два приложения. Да мне два, ни одного бы не было. Мне лишь бы включиться сюда. У меня как свободное время, я туда лезу. Хороших людей нахожу. Что делать? Сейчас еще попробуем один вариант. Володенька, сядь на место на мое. Тебе поклон, Володя, там пишут. Ты так, закваску отдельно готовишь или как? Вопрос тебе. Хорошие вопросы задают. Да какие хорошие, я дрожжи использую всегда. Какую закваску? Ну, пишет из Америки, спрашивает. Ты сам подумай. Это же не просто так. Ох-хо-хо, воробьи мои. Надо все это делать. Все открыто. Там уже выдернут тот свет. Так неожиданно для меня это было. Я показываю Коран, и Коран надписи, которые машина сосчитала, что это реклама какая-то. Это кто-то пожаловался. Ну когда жалуются, только начал. Я еще сегодня не был. Жалоба-то сегодня поступила. Я только показал одному мусульманину. Видимо, он нажал только и сфотографировал. Да. Ну как так можно это? Книгу, корочку. Я так и думал, что вы когда-нибудь Библию будете показывать, кто-то и на Библию пожалуется. Ну а как на Библию? Ну а как не показывать? Тут крест один, тут еще нету. Ну вы же поворачиваете Библия. Библия, сразу могут... разворачиваю назад. Ну еще Библия, это написано. Это разве реклама? А одно слово. А там они по-арабски я показываю это. Машина сфотографировала. А по-арабски. И машина-то не знает, что написано. Да, там, скорее всего, даже не машина, а кто-то сфотографировал, но судя говорю, по тому... Вот... Кто-то пожаловался, не просто так. Ну, кто мог пожаловаться? Это когда я разговаривал с мусульманином. И главное, связаться-то не с кем даже. А, вот, вижу, с кем связаться-то можно. Там снизу почта написана. Ну-ка, Володя, гляди. А этот чат уже другой, да? Этот чат другой, его надо добавить в закладки. Вот одна только проблема. А без закладки это мне ничего нету. И сейчас она даже не упускает он. Это потому что он говорит, в скайпе используется этот. Глазок у вас. Ну понятно. Ну пока подержать вкладку, что пока не закрывайте и все. Ну дальше-то еще. Я закрыл и все, дальше нет. Нет, потом, когда у вас загрузка прекратится, чтобы сделать нормально. Загрузка только к вечеру прекратится. Ну вечером. Я только что загрузил эти Юрасова. 0,99 гигабайта. Здесь как-то должно добавить. А, ну этот Володь, нажми, видишь, чат-рулетка, вкладка открыта. Справа. Ой, да, справа сверху. Нажми правой кнопкой по нему. По вкладке самой. Вот это, да? Да-да, по правой кнопке нажми. Ой, Господи. Так, во-во-во. Создать вкладку, не она? Не-не-не-нет-нет-нет. Так, сейчас. Можно, знаете как? Вот тут написано, сохранить все вкладки, папку на экспорт. Нет. Во, зафиксировать вкладку. Ну-ка сделай зафиксировать. И чё? И куда она вышла? Где ее теперь искать? Можно внизу, можно... А она теперь вон... Нет, она вон всегда слева сверху будет. Вон, видите? Фиксированная. Покажи, где. Вот это что? Да. Внизу. А нельзя вон сделать ее на нижний ряд дополнительно? Чё-то пока не делается. Не делается. Вот это непонятно по какой причине. Ну ладно. Все тогда, да?
Давай иди сдавай экзамены. Все, с Богом, молимся тебе. Попробуй сдай на тройку. Сейчас. Получишь шалбан. Да нет, тут у нас нету сегодня зачет, то есть там нет оценки. Оценки нету. Ну, и, так, но я сейчас должен убедиться, что оно у вас заработает. Вы попробуйте, я сейчас, смотрите. Так, как же сделать-то? Ее даже и не закроешь ведь. А, я сейчас из скайпа выйду, выйдешь. А вы обновите эту страницу, обновите, нажмете. И должно ваше лицо... Обновить-то как-то там, вот только крутнуть и все. Ну да, вот это. Да. Ну, да, все, да, 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 вот эту крутнуть. Давай, отходи, мы попробуем, я внизу. Смотрите. Запишу. Да, нет, смотрите дальше. И если какие-то то есть какие-то выскочат окошки, и где написано «разрешить или запретить», пишите «разрешить». Он может спрашивать просто разрешение на микрофон, на видеокамеру. Да. Везде нажимать на «разрешить». Понятно? Да, да. Да, да, понятно. Ну, хорошо. Все. Тогда жду. Ну, у тебя там все нормально? Давай.